В новом учебном году студенты Института международных отношений и истории востоковедения Казанского университета смогут изучать вьетнамский язык. Его будут преподавать студентам, поступившим на профиль подготовки «Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Языковая подготовка будет достаточно большой, это 10 часов в неделю. Почему вьетнамский язык? Ну, наряду с корейским, с китайским, с японским, сегодня, я думаю, достаточно актуально введение и этого языка, потому что Вьетнам это сейчас уже достаточно динамично развивающаяся страна, и на сегодняшний день татарстанско-вьетнамские отношения тоже имеют достаточно позитивное развитие. На сегодняшний день в России специалистов со знанием вьетнамского языка готовят только в двух вузах страны – в Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах. А сейчас преподавание вьетнамского языка будет реализовано и в Казанском федеральном университете. Мы решили также вот наряду с этими университетами введение этого языка, изучение языка по профилю экономика. И это будут такие универсальные сотрудники, которые мало того, что будут владеть языком, то есть это снижает коммуникативные сложности, да, и также будут владеть экономической ситуацией страны. Преподавать вьетнамский язык будет носитель языка, профессор университета культуры города Хошимин Фан Гуок Ань. Мы надеемся, что наши студенты, которые пройдут обучение по этому направлению, будут великолепными специалистами и будут развивать татарстанско-вьетнамские, российско-вьетнамские отношения как в области бизнеса, экономики, в промышленном, так и в культурной сфере. На профиле «Подготовка экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона» помимо языка студенты будут изучать также экономику Вьетнама, международные экономические отношения России-Вьетнама, Татарстана-Вьетнама. Планируется набрать академическую группу из 25 человек. Мы все-таки стараемся работать не на количество, а на качество. Для нас, конечно, важно, чтобы была компактная языковая группа, которая могла изучать качественный язык. Вьетнам уже сейчас является перспективным партнером в таких сферах взаимодействия, как экономика, культура, образование. Туризм. Поэтому знание вьетнамского языка поможет студентам не только в учебе, но и в их дальнейшей работе. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.